выходить. Все завалено. Надо еще вытащиться отсюда. Как-то вообще вылезти. Не напороться на этот штырь. Вываливается. Присаживайся. Тепло, говорю, в доме. А, хорошо. Если не надо нам греть. Данечка, ты где там вообще? Сейчас я посмотрю, на каком он стоит режиме. Вылезай, дачница. Все, дачница, мы вас оставляем. И поехали со... стучать, да? Мы поехали за... по делам. Скоро приедем. Ну, давай, побыстрее. Все, давай уже быстрее поехали, перепихнемся и домой. Заводи, что стоишь? За руль не хочешь? Нет. Ну что, друзья, сегодня мы отправились со Светланой в магазин «Дарвин», садовый центр. Столько я раз про него слышал, но никогда там не был. Но сначала надо перекусить. Да, мы перекусим, но потом зайдем в «Дарвин», я покажу вам, какие там цены, что сколько стоит. В общем, посмотрим. И что мы наберем? В общем, посмотрим, что у них там есть. А что, куда? А, туда. Жрать звучит гораздо лучше. В общем, пока ребята остались на даче и обогревают дом, дышат, тепло дышат и пукают, мы отправляемся немножко перекусить, потому что главное не похудеть, друзья, а потом по делам. Потом заскочим в Дарвин, но про Дарвин вы узнаете в кудрявом садовнике. Ну что, Дарвин, погнали, друзья. Никогда здесь не был. Тут есть все для бани, для сада и не только. Короче, видимо, всего много. Ну, пойдемте смотреть. Вон Лерада за 6000. Обожаю этот фикус. Довольно-таки большой магазин, насыщенный, очень много горшков разных, всякой керамики, достатки, очень много. Вон Светлана уже засела, сейчас к тебе приду. Бетонные такие мне тоже нравятся. Хорошо вам сидится? Отлично, только стоит такая... Стоило 31 тысячу, стало 26. Ну и плюс еще арка. Очень дорого. В общем, в Дарвине очень много домашних цветов. Сейчас найдем, где у них какие пеларгонии королевские красивые. По 500 рублей. Ну, не дешево. Так, пеларгонии зональные. Вот такие малыши по 350 рублей. Угу. Ну, кашпо, наверное... Косарь. 1000 рублей стоит кашпо. Не дешевый магазинчик, в принципе, как мне и говорили. Смотри, лимонки. Mm-hmm. Готовый лимон уже созревший. Mm-hmm. Света за эстетику, mm-hmm. за все красивое. Зайка, ты будешь? Томаты по 99 рублей. Очень даже такие уже цветущие, хорошенькие кустики. Дыня, огурцы,
кабачки. Так, в общем, рассады здесь немало, вам скажу. Так, а кто здесь? И перчик. Но уже. Помидоры, да, вилки, они ножки какие толстые. Хорошие. Так, виолки здесь по 600 рублей в кашпо. Гладиолусы разные. А еще по очень хорошей цене. Здесь просто вот выгодные цены. Клубень бегоний, например. Вот за 100 рублей такой уже. Ну, тут что-то еще есть, какая-то жизнь. А вот здесь, например... Ну, тоже вроде ничего. Вроде живой клубенечек. Ну, такое все, знаете, как надо в грязи искать, как говорится. А лилии, вот, лилии шикарные, мне кажется. Один торф. Ну, вот. Хорошие, по 29. Честно говоря, это пиздец, конечно. А это что? Тоже? Нет, это георгин. А, георгин, да? А какой сорт? По 29? Нет, не по 29, их нету. Но георгины, кстати, можно, знаете, потому что можно всегда у георгин найти просыпающиеся почки. Еще можно найти. Ну, этих вряд ли, даже если я замочу. А у этих какая-то жизнь имеется. Короче, нужно порыться. Ну, вы знаете, но... Красный. Ну, вряд ли, конечно. Хотя вот этот клубень хороший. А помните, я высаживал лобелию. Оказывается, она должна была вот так красиво выглядеть. А у меня просто какой-то уродец. Видимо, лобелия не мое. Не мое лобелия. Лилия по 220. 220 – это дорого. А, тут еще георгин, да? По сколько, ты говоришь, они? Ну, вообще, по 119 рублей георгины. Вообще, это дешево. Ой, как красиво. Боже, какие вообще молодцы те, кто выращивают эти вот лобелии. В таких условиях. У меня лобелия просто, сейчас вам покажу, просто жуть. Это и стоит 1000 рублей. Но я теперь понимаю, что вырасти ее непросто. И чем же надо ее кормить так, чтобы она была именно такой? Шланг гордения стоит здесь 6000, 5 метров, да? Нет, смотри, здесь стоит 6000, 25 метров. А там? А на Wildberries 20 метров стоит 2300. На 5 метров короче, надо отдать должное. Цена вообще конкретно половину. 25, слушай, они все разные. Может, он тоненький? Не знаю. Друзья, взял только семена, красивую какую-то капусту и фиолетовый горошек со свеклой. Свекла у меня померла, черная ножка ее взяла. Еще у Дарвина есть именно садовый гипермаркет. Вот он большой у них. Здесь он маленький. В Солнечногорске там... он раз где? В 5 больше. В Солнечногорске он в 5 раз больше. Здесь маленький. Так, а что это у нас такое? Азалия. Да? Да. Лаванда. Крымские растения. Ну, есть. Там бегонии. Какие? Лилии. Бесценные. Азиатские. Бесценные, да. Цены нет. Бесценные. 149. А вот и капустка кудрявая, смотри, вот какая. Кудрявая. Такие вот красивые тоже. Только опять бесценная. Я не вижу цены. Нет. Я видел, там красивая, да. Она сбоку написана. Где? 219 рублей. Это
Слушай, ну проще, мне кажется, купить рассаду уже, чем выращивать ее. Особенно, если вы выращиваете спаржу. Очень большой выбор клубники, просто огромный. Она уже цветет. Сирия. Надо, конечно, друзья. По-моему, вон там розы. Сорт неприхотливый, сорт зимовый. Какой? Ультрарай. В общем, не сказать, что здесь скромный чек. Очень он даже такой. Так, а это кто у нас? Сирень Мейра уже отцвела. Так, пионы, друзья, в среднем цена их от 1000 до 1500. Есть разные красивые сорта. Многие даже уже цветут. Вот 1200. Такой белый, красивый. Вот этот красивый пион Элис Хардинг. Стоит он непонятно сколько, не написано. Не вижу я ценник на него. Но рядом вот 1149. 1500. Пионы, конечно, тоже моя страсть. Но главное, чтобы сейчас с такими морозами, которые у нас происходят, выжили те, которые есть. Уже у нас бузина черная, какая интересная. Свет, ну что ты еще нашла? Розы не в восторге от климатических условий. Да, им грустно. Не то, что мы с тобой в том году, да? Шарахнули сумасшедшие люди. Какие красивые туи. Кипарисовик Лавсона и Вонна. 600 рублей. Ну, выглядит очень симпатично. По-моему, это пластик. Это пластмасса? Боже, благослови этот дом. Дай там изобилие и счастье. Господи. Все, что хочешь. И вон два зайца целуются. Рукомойники. Хороший выбор. Большой. А, кстати, а почем здесь эти гейхеры? По 500 рублей. Понятно. А вот здесь вот есть бесплатные флоксы. Цена 0 рублей. Какие-то это странные флоксы. Может, и бесплатно, наверное, я не знаю. Бесплатно. Конечно, 100%. Красивые примулы. 369 рублей. Такие мелковатенькие, но классные. Желтые есть с палочкой. 399 вот такие на вытянутой ножке. Вот они. Так, Света, куда ты меня привела? Почему ну, мы уже везем доски? Мой шопинг он вот такой, он не про цветочки, он про дощечки, да? Про брусочки, про гипсокартон, ГВЛ. Вот это вот сразу же дам. А люблю. Что ты делаешь? Я гнездо вью. Отлично. А ты его украшаешь. Кстати, да, на гортензии обрезать. Очень кстати. Они не будут такие раскидистые, как в том году. Надо было просто пенек сделать, да? Да. Не мог больше тащить тележку, катить. Смотрите, какие разные кусочки.
неплохо. Ну я же не тупица. А он сказал сколько? А он 1700 стоит. Хвоя. Но написано под теплый пол. Да, под теплый пол-то. Друзья, ну мы зашли в Ашан. Унылые петунии по 800. Короче, по 900. Ну, конечно, лучше за косарь купить в этом. Да, здесь все просто очень унылое. Кошмар. Ну вот, в Ашане гвоздика. 364 рубля. Как красиво выглядит. А я что навыращивал? Мелочь какую-то. Может, у меня будет такая красивая когда-нибудь. Но петунии здесь отвратные. За 317 рублей. Сколько штук? 6. 6 тоненьких кустов. Так. В этом плане мы преуспели лучше. Друзья, ну как всегда, мы зашли ненадолго просто. А все как всегда. Свет, опять жрем. Это все ты купил. Если только вот. Покуйся хорошо. Ананас купил. И все остальное, это все Леня. Не знаю, так, ну все, разгружаем тачку. Женька довольная. Приехала хоть не зря отдыхать. Не царское это дело вообще-то таскать. Снимаешь? Вот ее снимаешь? Прохлаждается, ничего не носит. Как она несет? Вон мусор твой. Ходит с дабы убирает. Ну, мусор, да я и ножку привез. Ножку? Да. Крабовую? KFC-шную. KFC-шную. Ростикс? Ростикс теперь. Зарядку не забыть. Неси. Соседи! Да. С праздником! Вас тоже. Праздником? Они отмечают. А что у нас сегодня за праздник? Ну, сегодня еще, наверное, не может. 7 мая? 7 мая. Надо загуглить, что это за хуйня. Так, друзья, у нас здесь есть куст ванила фрайс, очень красивая гортензия, метельчатая. Видите, как странно пошел рост? Маленький стволик. Еще один маленький стволик, один большой ствол. В том году он очень красиво отцвел. Сейчас покажу, какой он был. Вот, и в этом году я хочу его обрезать прям круто-круто, потому что он набрал очень-очень много почек. Это будут очень мелкие соцветия. Я его обрежу прям хорошо так обрежу. Итак, друзья. Вот так прям. Чик. Это чик и это чик. Кстати, все ветки я попытаюсь начеренковать. Вот так, чик. Да, жестоко, друзья, жестоко. Понятно, что елочки здесь тоже не место. Вот, они тут бедные страдают. Но ничего. Вот так я оставил куст. Сейчас как-то с малышом придется порешать, потому что прям вообще не вижу я здесь пока почки. Вижу только здесь. Ну, может, вот так. Вот так. Вот так.
Это все пустим на черенки. Так, что здесь? Так, так. Да, друзья, одна минутка, как говорится, может, вон, полторы. И все обрезано. Баню хотим. Хотим баню. Лучше, что изобрело человечество в моем лице на сегодняшний день, это пар с сандаловым маслом. Я думаю, газету. Папа, мама Света ножом маме Жене угрожала. Пока ты не подошел. Ну, девочки, ну только вам говорю, что вы не ссорились. Ну, видишь, какая шелковая. Ну, люблю я вас двоих. Сегодня вдвоем в бане порезвимся, пока сынуля пойдет спать. Ну, нет, я не хочу спать. Надо. Я думала, нет, не сумму из дрова брать. Ты что-то хватит, что ли? Тут там печка, она такая мелкая. Вот эти три дровины хватит растопить. Сейчас, нет, я буду приносить еще. Леня, если ты спрашиваешь, ты же... Тебя интересует, что мне говорить на день рождения, да? Да. Мне подарить стойку для дров, которую я сюда вот поставлю, кованую. А как это? Ну, как говорить, на Озоне, на Вайлдберрис. Ну, найди ссылку, я куплю. Они там... А когда день рождения? Блять, ты серьезно? Да. Он у меня тоже спрашивает. Выйди отсюда, блядь. Скажи, Женька, когда день рождения? А свет-то горит? Мы 14 лет к этому шли, почему? Ну что, друзья, опять набрал полную тележку. Я в плантмании. Ты говоришь, наберешь, сдержится все. Ну вот, да, основное. Значит, основа дома. А это береза. Костяк. Все-таки Светка успела. Привезла нас в плантоманию.